Донецк борется с последствиями снегопада. Основные магистрали расчищены, об этом сообщили в ГАИ города. Движение общественного транспорта не прерывалось. На улицах работает около сотни снегоуборочных машин. Чистят и посыпают дороги. В гидрометцентре прогнозируют ухудшение погодных условий. Снегопад будет продолжаться. Госавтоинспекторы обратились к водителям с просьбой по возможности отказаться от поездок на машинах и пересесть в общественный транспорт. Со стороны госавтоинспекции, со стороны коммунального предприятия были кинуты в бой все силы для того, чтобы предотвратить затуровые ситуации. Хочу обратиться к участникам дорожного движения, а также владельцам автомобилей, чтобы не бросали автомобили на проезжей части, вблизи проезжей части, так как это затруднит очистку улиц,